аптека уже состоялась как крупнейшее ежегодное мероприятие. Потому что это действительно такое ежегодное событие, где собираются все основные игроки этого рынка. Можно поговорить и с производителями, и с организаторами, и с своими коллегами из других аптек и аптечных сетей. И очень важно, что здесь огромная представленность потенциальных поставщиков и партнеров для аптек. Мне очень приятно, то, что на эту выставку приезжают действительно профессионалы со всей страны. Особенно в первый день выставки достаточно много приезжает людей либо из-за границы, либо из стран СНГ. Факт тот, что мы как раз дополняем, добираем как раз контрактами. Там, где мы не присутствуем, приезжают люди, мы с ними здесь переговариваемся. Каждая выставка аптека дает нам новые контакты. Благодаря этой выставке мы познакомились с российской компанией, которая сейчас представляет наши интересы, наш продукт на российском рынке. Этот продукт уже путешествует по России от Калининграда до Хабаровска. Мы считаем, что начинается, так сказать, время цифровых технологий, поэтому мы представляем на этой выставке роботизированную систему хранения и выдачи лекарственных препаратов. Многие останавливаются и спрашивают, а что здесь делается? Здесь, наверное, лекарства приготавливаются? Нет, и мы говорим, что здесь они хранятся очень надежно, очень компактно. Очень хорошо, что выставка – это не просто стенды, а еще и выступления грамотных, умных людей, которые понимают, разбираются в тенденциях и динамике фармбизнеса. Соответственно, на этих людей приезжают профессионалы, приезжают генеральные директора, заведующие аптек, приезжают коммерческие директора, ну и даже владельцы аптечных сетей. Соответственно, эта выставка для нас – это место встречи с этими людьми. На всех секциях, в которых я выступал, свободных, не то что свободных мест не было, были только даже стоячих мест не оставалось. Здесь очень много профессионалов, которые именно ищут информацию, ищут образование, ищут чем поделиться и что воспринять от участников выставки и форума.